Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике инди-хоррор мы посмотрим игру Asylum Awaits, то есть «Психушка ждет» в очередной раз. Мы в ней уже, благодаря инди-хоррорам, довольно частые гости. Через одно буквально посещаем ту или иную психушку. Не играйте на низких настройках графики, поняли? А теперь давайте надевать наушники и, в принципе, погнали вперед играть в игру. 10 лет назад твой друг Роджер Джонсон был помещен в психбольницу. Ты говорил ему, что ты будешь приходить к нему, ну то есть посещать его, но ты никогда не посещал его. А он тебя очень ждал, но ты никогда не появлялся. Он послал тебе много писем, в которых было написано. Почему ты не пришел, Джейсон? Но ты игнорировал все... Ох, какой же я все-таки сволочь, оказывается. Но ты игнорировал все письма. Внезапно что-то странное произошло с Роджером. Наконец-то ты решил, что тебе нужно поехать в эту психлечебницу, чтобы увидеть, что с ним произошло. Это написано «Твой друг Роджер Джонсон». Хороший же ты друг. Окей. То есть, это я приехал, или что? Так, здравствуй, диктофон из Биошока. Джейсон, подбери эту запись, нужно поговорить. Так, хорошо, как мне это сделать? Hey Jason, thanks for coming out to see me. I appreciate it. Спасибо, что приехал. It'll be good to see you again. I'll be in room 12, хорошо тебя снова увидеть. Я буду в комнате 12, так что увидимся. Ладно. А где персонал весь? Это вообще не очень на психушку похоже. Это похоже на психушку в представлении, я не знаю, психбольного. Окей. Знаете, это, по-моему, довольно странно. Темноту. Люди, где же здесь комната номер 12? Джейсон! Оно видит меня. Оставь меня в покое. Хватит, хватит, хватит. Я найду тебя. А, оно найдет тебя. Чёртов лаз. Ой, подо мать! Я просто тупо молча развернулся и начал уходить отсюда, но... Какого хрена это было? Инопланетяне? Я вижу инопланетян. Здесь лежал Росомаха. Здесь мы берем какой-то ключ. Почему звук был такой, что как будто... Я не знаю, здесь, похоже, большую часть модели автор использовал из Биошока, потому что... Посмотрите, это же явно тут. Мы недавно в Биошок, собственно, играли. Ох, долбанные скримеры, ненавижу. Это так дешево. Вот так действенно. Особенно, когда пугают инопланетянами. У меня глаз начал дергаться. Это да. Это все. Просто победа. Просто финиш. Так, хорошо. Раз мы идем по часовой стрелке, то пойдем. Что-то там такое большое открытое пространство, что я уже передумал, честно говоря. Проще. Чё это? Откуда вообще тут лежит? Знаете, на что это похоже? Ой, блин. Чувствительность дикая.
Это похоже на дверь из Batman Arkham Asylum. Там, помните, когда загрузка между уровнями, и вот эта дверь закрывается. Оно найдет тебя. Оно найдет тебя, найдет. Конечно, найдет. Ради этого играем. Просто тупо не хочу. Да блин, эти звуки, они еще по мозгам бьют, как я не знаю чего просто. Ключ у нас есть, зачем мы тут вообще? А тут у нас очередная запись. Это комната 12, типа? They treat me pretty good here. Они меня хорошо тут лечат. You get three meals a day, and I have my very own room. У меня своя комната есть. I don't know why they call this place an asylum, really. Не знаю, почему они называют это место психлечебницей. My only problem with it is all the nurses like to give me this weird look. Nobody believes Только anything I say. На меня так странно смотрят. Никто не верит. Trapped in my own mind. Я, говорит, похоже, заперт в своем собственном разуме. Хорошо. Ой, знаешь, я бы это место, честно говоря, не назвал бы хорошим. Тут тупо очень темно, нет окон и кругом одни бочки. Так, ладно. Скермирочки. Где вы? Я не знаю, я вот такие игры не могу нормально играть. Я живот втягиваю просто. И не дышу. Мне это не нравится. Хорошо, пойдем сюда. Это что вообще такое? Я не знаю, у архитектора, по-моему, здесь был дурной вкус. Чуть-чуть. Телек не работает. Это у них что тут вообще было? То есть вот там вон тупо у нас главный вход. Люди приходят, посетители. Здесь стоит телевизор. Я не уверен. Так, хорошо, можно вот как-нибудь сохранить, потому что уже страшно, что-то совсем стало. А, темнота, фонарик, скримеры. Все как всегда. Так, один вход. Второй вход. И большой третий вход. Хорошо, короче говоря, мы двигаемся вперед, и это, походу, мы прошли только первую комнату. А нам нужно добраться до 12-й. Да вы издеваетесь, что ли? Так. Я, кстати, уже запутался, откуда мы пришли. А тут, по-моему... Хорошо, пойдем сюда. На самом деле, дерьмово сделанный инди-хоррор. Но... Ну просто вот это вот, вот это действие, вот эти вот громкие звуки, инопланетяне, бегающие из комнаты в комнату. Резкий момент. Я этого не вынесу. Я тоже не вынесу такое количество однообразных хорроров. Я люблю что-то оригинальное. Откуда тут эти телеки? Не знаю, я уже все больше склоняюсь к мысли, что... что наш герой и есть сам, по сути, этот, как его там, Джозеф или Джон, я уже забыл от страха, который бродит сейчас просто из обиды на то, что его друг бросил, бродит по своему воображению, и потому что вот это не может быть нормальной психушкой. Hey, Jason. Have you been seeing anything weird? Jason, ты видел что-нибудь странное? Я постоянно это thing. Вижу. Я вижу какие-то штуки. But nobody listens to me. Я пытаюсь искать людям, но они смотрят на меня как-то сумасшедшего. Right? Но ты же веришь, верно? Нет.
Так, хорошо, там какой-то подъем, но мы сначала сходим сюда. По крайней мере, пока за нами никто не гоняется. Это что такое тут? Умывальник из биошока. Так, ладно. А тут у нас вообще галяк просто. Нет ничего. А, нет, смотри. Здесь есть ключ. Звук странный. Ненавижу стулья. А, звук странный. Берешь ключ, ощущение, что что-то открываешь. Может, я не знаю. Главный герой вставляет этот ключ. Неважно. Пустовато. Да что же это такое вообще? Такой безумной архитектуры. Оставайся. Оставайся, где стоишь. Конечно. Еще два стола. Давайте посчитаем, что тут есть. Тут есть столы, телевизоры, стулья, кровати, бочки. Умывальник. Все. А, еще этот непонятный инопланетянин. То ли клоун какой-то. Да. Разнообразная архитектура. В этот раз, я думаю, справа у нас будет. Нет. Я не угадал. С другой стороны, если воспринимать эту игру, у меня основная претензия была то, что это тупо не похоже на психушку. А если представить, что вот просыпаешься так и не можешь понять, где ты, и бродишь, и тут постоянно какие-то бабайки выскакивают. Такой маленький, личный, персональный ад. Вот это тогда ощущается уже совершенно... Твою мать, да какого хрена ж... Нет, я люблю скримеры. Сначала пугают звуком, я ничего не увидел. Может, кто-то там, я не знаю, был, потом уже стол полетел. Я так чувствую, может долго продолжаться. Нет. Нет. Отсюда пришел. Ну, не знаю. Запутался я, короче. Сюда надо идти. Просто сейчас уже делу к ночи. Мозги работают со скрипом. Ты запарил уже. Ой, блин. Не знаю, какая-нибудь точно контражка хватит от этого дела. Фух, так, ладно. Даша, блин. Ну вот как вот теперь после этого нормально относиться к игре? Уже скорее до смеха. Ладно, пойдем сюда. Так, все, серьезно. Это мое единственное безопасное место. Пойдем.
Ну, я, блин, прям даже не знаю. Зачем? Зачем вообще? Я не могу понять. Для чего я все это делаю? И места все такие вот однообразные, просто... Просто запутаешься. I can't take it. Я, говорит, в ловушке. Там, говорит, инопланетяне. Почему ты здесь? Уйди. Сейчас. Здесь у нас кроме надписи ничего. Хорошо. Нашему легче. То есть по-хорошему можно было тупо вперед пройти. Подъемы, падения, дневники. Назад вернулся. Да господи, как так? Я путаюсь уже просто. Просто пошли вперед. Все. Настолько похожи эти коридоры, что... Я не знаю, давайте в следующую комнату пройдем. Если там будет все то же самое, то я просто, блин, наверное, больше не буду дальше играть. Посмотрели, хватит. Это же тупо реально. Если тут действительно надо дойти до 12 комнаты, то это же офигеешь. Ходить по этим коридорам. Там реально хоть волком вой уже. Но... Опасайся подвала. Ой-ой-ой. Там кто-то бегает и рычит. Или что делает? Оставайся. А, держись отсюда подальше. Иди назад, оно здесь. Не стоило сюда приходить никогда. Убирайся, убирайся. Jason, are you in the basement? Get out! That thing lives down there. You need to get out of the basement now. Ой, что-то мне... Что-то мне страшно. Здесь я чувствую набегом с такими коридорами. Я... Япона мать! Ой, инопланетянь! Ой, блин, это... Это даже было страшно. Jason, are you in the basement? Get out! That thing lives down there! You need to get out of the basement now! Now! Get out! Now! Валим, валим. Не смотрим по сторонам, просто бежим куда-то. Я знаю, что она позади, я слышу его шлепанье. You need to get out now! Да, я иду вообще. Упс. Мне не нравится. Это выход. Ой, твою мать. Все, просто идем вперед. Выйти нам, естественно, никто не даст. Нажми Е, чтобы прочитать записку.
отлично. Я не смог ее прочитать. Я нажал два раза и вместо одного. Jason, escape! They moved me. That thing can't reach me now, but it's coming for you. You need to get out now. It's Jason. Coming for you. Coming for out now. Оно говорит, идет за тобой. Меня перевели, ты не сможешь до меня добраться. Но теперь надо убираться. Закрыто, что я поделаю? Ох уж эти звуки. Молоток я взять не могу, судя по всему. Jason, get out of here! Leave! Save yourself! Hurry! Спасай себя! Быстрей! Я бы взял молоток. Надо бы спасать себя стало чуть-чуть легче. Ой, твою мать! Спокойно. Все хорошо. Тупо скример. Так, хорошо, это от двери или как? Спокойно. Еще ключ. Внезапно оказалась неплохая игра. Я думаю, сейчас мне хана, да? Инопланетянин. Я тут. О! Ой-ой-ой! Можно убежать? Я думал, это... Ну, ладно. Давайте попробуем еще раз. Я думаю, убежать далеко нельзя. И я думаю, что это концовка такая. Зачем же тогда дают мне возможность что-то сделать? Вон он, вон он, вон он, гади. Уйди от меня, постылый. Уйди. Ну ладно. Так, сейчас мы знаете, как сделаем? Последняя попытка. Я дальше уже не хочу играть. Слишком страшно и при этом как-то с дурью. Реально, по-дурному. Да, бегу, черт вообще. Это настолько Слендер напоминает. Ну, движок, в принципе, один. О, короче, что я хочу сказать. Под конец реально так было жутко. И это, по-моему, хорошее качество для инди-хоррора. Другое дело, что игра сама по себе очень странная. Ну, все, уже. Очень странная. И я бы сказал... Это реально шизовая. Что в принципе хорошо, потому что она же про шизофреников, все дела. Короче, наш герой, на мой взгляд, не убежал. Но тем не менее, несколько кирпичных мгновений и кроме того, очень много смешных игра подарила. Так что, по-моему, стоило того, чтобы мы провели за ней время. Надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в других инди-хоррорах. Увидимся в обычных прохождениях. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.